Вполне неплохо. Текс. Давайте разок карьеру. Быстренько. Матчик. Хоп. Хоп. Хоп, 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 хоп. Легендарность. Что-нибудь типа клир. Шатов. Файзулину можно дать шанс. Анюкову. Такому чувачку. Нормаш пускай сыграет. Вместо Ломберца, например. Ну нет, давайте, например, на эту. Ну, что-нибудь типа того. Поехали. Горай. Машина. Защитная. Ростов. Зенит Ростов. Вот так вот. Вообще качество. Денис Черышев, да. Ростов, Бухаров. Сильный состав. Пять защитников. О, не тормозит. И вообще другая физика. Прикольно. И вообще сложно играть. В отличие от онлайна. Хотя не, последние игры были легкие. В карьере. Офсайд. Cut out that pass, it wasn't an accident, he read the mind of the opponent. Noboa. Нет. Looking for that first time finish. Надо было. Ну, нет, хорошо, конечно, что они не забили. Но непонятно, как они не забили. Хоп, Анюков. Человек-молекула. На желтую заработал. Хорош. Терентьев, Денис. Анюков же и навесит. Ужасно навесит. Но как умеет. Шатов. Слабо. Best defending team Зенит. Санкт-Петербург. Так, давай-ка стой. Хуак. Побежал. Навесик. Идеально, ой, идеально. Ух, Денис умеет реализовывать. Ну, пас выдал ему Витцель вообще знатно. Чпок, чпок. Два касания. Четкий гол. 1-0.
11-я минута. Хорошая игра в обороне. Тьфу-тьфу-тьфу. Залог успеха. Что онлайн, что карьера. Что FIFA PUB. Даже играя за русские клубы. Тю-тю-тю-тю-тю, желтенькая. Еще одна желтенькая. Калачев Тимофей. Ну, Калачев, ты уж извиняй. Дзюбиньо! Мимо ворот. Мимо ворот. Но старается парень, старается. Сейф. Ладыгин просто монстр в зените. Спасает все, что может. Ну а что не может, то пропускает. Давай, Дзюба! Пошел! Пошел! Корпусом мяч прикрыл. Оп-оп! Но это желтенькая. Дзюба, Артём. Просто человек. Человек-гол. По бразильской системе. Хоп, Халк. Истинный бразилец. Играет не по бразильской системе. Дзюбиньо. Что он как-то совсем легко воротчик взял этот мяч. Не верю. Компьютер-читер. Там травма у вас, чуваки. Я готов к фэрплей игре. А вы? Не? Как хотите. Чпок. Дзюбиньо! Дай мяч. Как-то легко они центр моей полузащиты проходят. Хороший финт. Очень хороший финт. Но этого финта мало, чтобы пройти великого Гарая. Оп, все четко, головой. Надежно, без паники. Сашок Бухаров.
Отличная командная игра. Зенит расслабился. А Ростов ведь сильный соперник. Пора надежно защитки отыграть. Чует мое сердце. Блин. Ну как мне не отнять мяч? Ну, давайте, парни. Попрессингуйте немножко. Ну, тут вообще без шансов. Головой. Что за удар? Неплохо. Очень неплохо. Луис Нето. Пошел. Халк, а в нападение кто побежит? Смольников, Смольников. На 1-1. 1-1. Ну, равная игра, наверное. Давай. Прессингуем. Прессингуем. Дзюбиньо. Прессинг. Высокий. Офсайд. Можно было не свистеть. Сейчас быстренько глянем, что там пишут. Кто это у нас? Кто-то пишет. Хорош, хорош. Молодец. Так. Поехали. Идеально. Идеально. Хопа. Финт. Пенальти. Давайте. Халк, хватит симулировать. Камон. Шевелите поршнями. Блин, надо выигрывать в этом матче. Все-таки дома играю. Давай. Идеальный отбор. Опа. Да. Отбор может идеальный, а контратака не очень. Побежал, побежал, побежал. Ну, чувак вообще агрессивный.
Давай-ка проверить. А, рикошет. Гол, смотрите. Да, блин. Ну что это? Хорош. Вообще мяч не отнять. Чё-то как-то сложно. Пора делать замены. Не знаю даже кого. Дюбиньо сегодня неплох. Борется вообще знатно. Аккуратно. Подбираемся. К воротам. Ха! Так, мяч потерять бездарно. Ну, они еще более бездарно потеряли. Дюбиньо. Дальний удар. Не-не-не, чувак. Слишком просто. Гарая так просто не сделаешь. Давай будем честны. Вицель булочка. Хороший пас. Давай, Дюбиньо. Блин, ну они мяч держат знатно. Вообще не отнять. Да господи. Все, Вицеля менять пора. Ёптель. Оба. Кардинальные перемены. Александр Бухаров. Замены, замены, замены. Бла-бла-бла. Окей. Замены будут простые. Вот такие. Файзулин что-то как-то не особо. Теперь я точно выиграю. Ультра-атака. И хайп-прессинг. Ну, где все? Бля, что за пас? Я теперь запарюсь мяч отбирать. Они будут мудиться. Углового флажка. А может быть и нет. Два, три. Вот меня раскатали. 3-1. Неужели первое поражение в чемпионате? Ну это позор. Прием мяча явно не на высоте. Давайте скажем честно, этот матч не пойдет мне в зачет. Слишком уныло. Слишком уныло. За то, что Саша Кержаков. Оп.
Оп, офсайд, офсайд. Киржаков хорош все равно. Все равно неплох. Саша Киржаков. Пенальти, ну пенальти, вы чё? Однозначно. Даже не обсуждается. Ну все, началось. Затяжка времени. Грамотная распасовка. А, вот это Вицель Булка. Надо было его менять. Чё-то сегодня не его день. Ну, это мне. Бля, что ты творишь? Так, выглядит как гол. Давайте посмотрим, так ли это. Нет, это не так. Оп. Киржаков. Не. Хорошо сейчас я играю, но этого недостаточно даже для того, чтобы забить хотя бы один. Хотя бы один позорный гол. Блин. Давайте, чуваки. Да. Вообще без шансов. Просто без шансов. Блин. Зараза. Сейчас будет мудиться. Позорное поражение. Первое в чемпионате. Заслуженное. Хотя процент паса просто бомба. 88. Не повезло. Бывает. Но мы все еще на первом месте. Я так думаю. Нет, уже на втором. Хотя странно. А, мало забил. Окей. На три пропустить, это серьезно. Бывает, бывает. Ну ладно.